все. А, блин, теперь все дергаться будет. Тут слезинок нету случайно? Вот именно в этом месте нет, по-моему. И там вот. Ну, в смысле, в принципе, на этой башне как бы забираться. Нет, по-моему. Печально. По локации вполне возможно. Ты, кстати, не смотрел? В менюшке есть, на какой локации сколько ты собрал. Нет. Надо будет поискать потом. На выходных, потому что тогда будет реально больше. Кстати, есть карта. Ты в курсе, что есть карта? С расположением слез и прочего. Не, не видел. Ну, уже должны были сделать, сколько времени прошло. Да, она давно, она практически сразу. Что-то да, вот фонтана не было. Я смотрю, они немножко это... Угородили после обновы все это дело. До сих пор, если не двигать рукой, то стамина не тратится. Оп, здравствуйте. Бери квест у нее. Все. Да, все бери. У меня уже нет квеста. Hello. Готово. О, так, ну ладно. Давай. Налезь, да? Так, здесь надо внимательно. У нас, видимо, это несинхронное все это дело. Да. Ну, хотя бы рукой зацепиться. Поэтому. Ух. Чего? Так. Я пропустил. Так, передыхаем стамину по это. Выравниваем. Так, вот смотри, видишь эти штучки? На мельнице, да. Да. Вон, электрошокеры. Надо. Они три раза, по-моему, бьют и потом какое-то время останавливаются. Вот надо. Да. Между их активностью успевать проскакивать. И кстати, это с другой стороны, если от него ты где-то будешь пробираться, то тоже поможет. Ты за стаминой следи, ты так несешься вперед, что это? Можешь просто свалиться. Нечаянно. Ну, хотя бы я не двигаюсь вместе с этой фигней. Так. Так, теперь на вот этот. Так. Так, а здесь внимательно, здесь вот направо немножко уходи, вот в эту сторону. И мимо нее проползай, когда она будет неактивна. Так, я тут подожду. Так, очень-очень надеюсь, что успею. Так, я здесь. Так, стамину надо поправить. Здесь вот на наклонных поверхностях можно стоять. Ага, я помню, мы когда на деревья залазили. Чтоб стамину поправить. Так. Вверху. Теперь вверх. Смотри. Да, вот с этой стороны забирайся. Наверх, на самый, прям наверх. Так, и. Вверху. Вот здесь можно постоять, вот тут. Ух, давай переждем. Сейчас подожди, стамина. Так, сейчас она. Раз. Два. Три.
кстати, это внизу пейзаж. По крайней мере, вот на той локации, на зеленой, довольно-таки получше стало. Так. Понятно. Куда дальше? А, вот вижу. Ай, не успел. Ты аккуратненько. Я сверху стою. Ой, тихо. Я залез и поехал. О, блин, ну вот это ж, это жопа. Не знаю, справлюсь ли я. Я тот раз это зафейлилась на этом, на всё. Я туда спрыгнул, хотя. Ох, успел. Ну, если еду вверх, значит, что-то делаю правильно. Так, сейчас там вот предстоит опасный момент. Какой ужас. Ой, вот эти веревки. Ой, не веревки, нам не сюда, нам в другую сторону. А, ну там-то да, там, да, вот по ним нам надо будет пробираться, да, это жесть, конечно. Так, вот смотри, видишь, ездит фигня. Оттуда уже веревки начинают. Слышишь? Вот, на нее надо вскочить к дальнему краю, потому что рядом, видишь, шокер. Подвинулся, она сразу отъезжает и с первого раза схватится за канат. Второй раз я попала и погибла там. Видишь, он как подъезжает близко к этой херне. Mm-hmm. То есть надо да, это сказать. С первого раза все сделать. Ух. Стамину каждый раз старайся это восстанавливать, потому что мало ли что. Так, здесь вот на центре можно постоять. Так, блядь, что-то прям боюсь. Сейчас, подожди, я посмотрю, наверное. Вот с этого крыла, с левого надо будет, наверное, бежать и левее который. Да-да. Да, подгадать надо момент. Ой, ну ладно, смогу. А ты вот зря так... Ну да, сюда. О, успела. Так, хвататься с первого раза в эту херню. О, схватился. Уху-ху. Так, а там этот шокер, его ждать надо. А, ну в принципе, да. Ничего страшного. Так, я наверное. Сюда можно? Сейчас посмотрим. Так, нормально не встаю. Безопасно пока, да? Да. Так, да. Ой. Ничего, она не бьет? Ну да, вон, видишь, воздушный поток, на нем можно зависать. Можешь остановиться, подождать. И на всех так. Ну давай. Блять. Оп,
Да уж. Оп, попал. Схватись, пожалуйста. Вот, да, есть. Фух. Слушай, а, ну да. Тут я вижу потоки воздуха, но они так слабо. Схватилась. Блин, стамина половина только. Надо это, зависнуть и восстановить ее. Ой, это лучше через шарик надо. Промазал. Хорошо, куда нормально. Так, тихо, не улетай. Блядь. Схватись, блядь! Ой, схватилась уже почти. Больше я, наверное. Схватись! Что же он не срабатывает-то? О, так, как я тут делал-то? Так, стамины. Тут, по-моему, как-то очень неправильно отображается залазение. Слишком большое расстояние проходит. Так, вон на тот карнизик можно. На коричневый. Коричневый карниз можем встать. Фух, я на месте. Ты долетел? Ты где? Я сверху. Ух, так, мне осталось залезть по цепочке. Ой, сейчас. А ты снизу подцепим? Я знаю, да? Ты под этой колонной по цепям лезла, да? Фух. Да, по цепям. Я по первой цепи сразу наверх на колонну залез и пешком до вот до сюда, где ты сейчас. На какую колонну ты залез? Ну там, где ты стоишь. Хотя через щель. Так, ладно. Вот, блин. Ну почему? Это же цепочка. Почему она меня пускает? Вот тут что-то с этим залазением не так. Очень пишется спокойно. Обещаю приземление. О, еще и здоровье от него. Так, короче. Слушай, а телепорт никак не сработает у меня. Ну а если в прыжке, то может занять. Фу, залезла. Вот да, я на. Ты здесь меня ждал, да? Это вот всё, колонна. Нам дальше. Че? Вот эта вот колонна, на которую залазила, вот ты снизу по цепям лезла, да? Я по первой цепи сразу наверх залез и пешком до этой стенки, где ты сейчас пыталась телепортировать. Так, здесь есть подъем наверх. Здесь не лезь по стенкам. Здесь за стенки, в принципе, не надо хвататься. Здесь есть подъем, здесь есть. Тут эпичненько все так выглядит. Кто-то катается тут, туда-сюда? Да, есть. Во, где там? Вот она, вот она есть. Так, ты зашел? Да. Вот. У тебя тут должен быть какой-то желтый столб. Есть, да? Все, у тебя здесь ТП-шка открывается. Так, а я сейчас здесь первую часть видео закончу. Это все покажу. Вон туда нам надо.
по этим вот, по этим фиговинам. Так, сейчас.